Миссия организации WorldSkills состоит в том, чтобы показать, как компетентные, реально обладающие навыками люди способствуют экономическому росту и собственной самореализации в жизни. Что же даст этот проект учащимся колледжа? Рабочая профессия – это круто, это престижно. Рабочая профессия – это то, что мы умеем делать руками и можем делать это все замечательно. Мы сегодня с вами это увидели. Это наш профессионализм, который оценивается хорошими материальными средствами. То есть мы можем жить хорошо. Рабочие профессии – это круто. Судите сами, как четко, профессионально и виртуозно, а главное – творчески, работают 36 участников из 31 образовательного учреждения края. Кухни укомплектованы всем необходимым оборудованием, самыми современными печами. Остается только проявить все свои умения и блеснуть работами. В программе чемпионата – приготовление пасты, горячего блюда и десерта. У всех единый продуктовый набор и одинаковое время для приготовления. Мы сейчас проводим отборочный чемпионат среди учреждений Краснодарского края. Мы должны отобрать 6 участников, которые будут соревноваться между собой. Чемпионат Краснодарского края состоится 19-21 апреля. И дальше будет у нас чемпионат Южного федерального округа. Один участник выйдет на конкурс ЮФО, потом победитель ЮФО выйдет на чемпионат России и дальше уже на мировой чемпионат. Кто станет звездой мирового уровня, пока еще трудно сказать. Но то, что молодежь к этому стремится, хорошо заметно. Не в каждом ресторане вы сможете заказать такую оригинальную пасту. Работают юные повара на скорость. А уж про то, какие ароматы наполняют дегустационную выставку, говорить вообще не приходится. Жюри оценивает блюдо по 10-бальной системе. В его составе вчерашние студенты колледжа под руководством преподавателя колледжа Оксаны Сальциной. Пока работает жюри, преподаватели дают оценки самой организации конкурса. Очень высокий уровень, очень интересный конкурс. На базе колледжа «Сферы услуг» будут соревноваться и повара городского конкурса «Лучший по профессии».